Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Триандафилиди и Алексей Чачет стали парой, они заселились. На острове любви заселились Саша Шева и Арай Чебанян. Саша уверяет, что влюбилась и хочет долгих настоящих отношений. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров скучают друг без друга. У ребят было свидание по плазме. Ну а Сергей думает о том, чем он будет заниматься после проекта. Он хочет пойти тренером, но боится, что не справится. Также мог бы заниматься мужскими стрижками. После Нового года на Сейшельские острова полетит Либерж к Падону, а Юля сможет вернуться к Сергею. К Маргарите Овсянниковой на остров приехали двое новеньких парней. Алексей Купин избавился от козы Маруси. Коза страдала в одиночестве, ей нужно стадо для полноценной жизни, поэтому ее вернули на ферму. Но Купин будет скучать и навещать Марусю. Катя Кузнецова рассказала о причине своего ухода с проекта. В эфире сказали, что она ушла по семейным обстоятельствам, но Катя рассказала, что ушла к бывшему мужчине. Катя не понимает, почему из эфира вырезали моменты, как она прощается с коллективом. Это прощание было очень теплым. В сети появились слухи о том, что трое участников с «Острова любви» были изгнаны за употребление запрещенных препаратов. Алексей Михайловский все еще является генеральным продюсером «Дома-2», но после Нового года он все-таки покинет свою должность. Поклонники смеются над огромным размером ноги Татьяны Мусульбес. По заверениям девушки, у нее 38 размер. Катя Жужа в новостях «Дома-2» рассказала об отдыхе в Дубае бывших участниц Мэри Кулешовой и Алисы Литинской. Якобы они отправились на отдых в компании богатых поклонников, которые спустили почти 500 000 рублей на прихоти девушек. Также в Дубае они продолжали поиски состоятельных мужчин в надежде продлить свое путешествие. Но словам Жужи никто не верит. Поклонники уверены, что отпуск девушкам оплатил отец Алисы. Зрители считают, что руководство проекта мстит Алисе и Мэри, потому что им не удалось выставить их в эфире дебоширками и алкоголичками. Они не захотели жить по сценарию. Ксения Бородина рассказала о победе своей старшей дочери Маруси. Девочка давно занимается художественной гимнастикой, и на соревнованиях она стала второй. В сети сравнивают фотографии Вики Романец. Первое фото она опубликовала в своем микроблоге, а второе опубликовали ее подруги. Без фотошопа Романец весит на 10 килограмм больше, а ее ноги выглядят толстыми и короткими. Оксана Ряска встретилась с Верой Курочкой и Петром Шепелем. Ребята публикуют совместные фото. А Вера Курочка опубликовала пост, после которого многие подумали, что ее отношения с Петром закончились. «Всегда грустно, если заканчивается что-то хорошее», – пишет она. И судя по тегам к посту, она говорит именно о Петре. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.